ноги, футбол. 22 бугая один мяч перекатывает. А вы дайте каждому этот, ну, каток, да конец, 22 бугая. 22 бугая на полтора часа. На полтора часа, да на 22 бугая. Два пишем, 7 на ум пошло. Они все поле заасфальтируют. Что с вами, что? Умер кто-нибудь? Кто? Не знаю, спрашиваю. Вид у вас. С таким видом ходят по кладбищам. Наши проиграли в футбол. Да вы что? Ну надо же. Вот беда. А могли выиграть? Наши? Да никогда. Ну как-нибудь там, случайно, ветер в сторону соперника. Да хоть ураган. Ни разу поворотом не попали. То есть в лучшем случае могла быть ничья. Какая ничья? 6-0 проиграли. Ай-яй-яй. Ну, отчасти, наверное, не повезло. Повезло. Если бы не повезло, было бы 10-0. Те промазали 4 раза. Значит, мы никак не могли выиграть? Никак. С 3 метров мимо ворот. То есть ничего хорошего про игру наших нельзя сказать? Почему? Можно. Хорошо, что в свои ворота не попали. А то было бы 15-0. Понятно. Надежда была только на чудо. Какое чудо? Они что, кудесники? Ладно, по воротам по мячу не попадали. Выходит, вы заранее знали, что наши проиграют? Конечно, я даже счет угадал. 6-0 в их пользу. А что же вы плачете? Что? Обидно.